Юлиана! Привет! Привет, ребята! Привет! Ух ты, ребята! Я так рад, что вы снова вместе с нами! Я хочу с вами выполнить одно очень интересное упражнение, которое я нашел в приложении Fixie Зарядка. Давайте его все вместе сейчас выполним. Готовы? Тогда начинаем! Ребята, а вы любите ходить в поход? Да! Здорово! Но чтобы отправиться в путешествие, нужно хорошо подготовиться, потренироваться и накачать мускулы. Вы готовы провести упражнение? Да! Отлично! Начинаем! Идешь гулять по лесу, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери. Рюкзак с собой бери, там гриб любого веса поместится внутри. Поместится, поместится, поместится внутри. Без рюкзака в дороге просто пропадешь. А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь. С утра собрался в школу, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери. Там всякие приколы поместятся внутри. Поместится, поместится, поместится внутри. Без рюкзака, без рюкзака. Молодцы! Здорово! Ты-дыщ! А следующее упражнение будет полезно для тех, кто очень любит сидеть за компьютером. Приготовьтесь! Исходное положение: руки на пояс и ноги на ширине плеч. Начали! Пошли! Бодрее, бодрее! Давайте, ребят, веселее, молодцы! Я бы маленький компьютер, весь бы играми напил. Компьютер, 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 это круто. Играл бы в компьютер я целый день подряд. Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но мне не разрешат. Вот бы мне любой компьютер, только бы компьютер был. Молодцы, молодцы! Бодрей, бодрей, бодрей! Да! Отлично! Вот так! Молодцы, ребята! Мы закончили с вами еще одно упражнение! Вы супер! Ты-дыщ! Фух, ребята, мы с вами большие молодцы! А вы знали, что мышцы надо уметь не только напрягать, но и правильно их расслаблять? Друзья, я вас сейчас попрошу лечь на спину и полностью расслабить ваше тело. Отлично. Давай проверим, насколько ты смог расслабиться. Так. Молодец. Здорово. Идем дальше. Так. Уже близко. Давай еще разок. О, уже хорошо, расслаблен. Так. Отличное расслабление, молодец. Так, идем дальше. Следующий. Очень хорошо. Так, проверяем дальше. А он молодец. Здорово. И последний человек. Так. Здорово, ребята! Давайте теперь повторим все движения, которые мы выучили за сегодняшнее утро. Да! Идешь гулять по лесу, рюкзак с собой бери,
рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери. Молодцы, бодрее! Там гриб любого веса поместится внутри. Поместится, поместится, поместится. Отлично! Внутри. Без рюкзака, без рюкзака, в дороге просто пропадешь. А с здорово! Какие вы молодцы! Обожаю вас! Активней! Там всякие приколы поместятся внутри. Поместится, поместится, поместится внутри. Без рюкзака, без рюкзака. Здорово! Вы большие молодцы! А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь. Отлично! Следующее! Быстрее! Чтоб экран огромный был. Отлично! Я бы свой большой компьютер. Супер! Играми набил. Компьютер, 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 это круто. Играл бы в компьютер я целый день подряд. Еще! Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но мне не разрешат. Бежи! Быстрее, быстрее, бежим! Ого! Как вы умеете? Я бы свой родной компьютер весь бы играми набил. Компьютер, 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 это круто. Играл бы в компьютер я целый день подряд. Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но мне не разрешат. Молодцы, ребята. А теперь давайте все ляжем на коврик и полностью расслабимся. Так, следующий. Если не вовремя ляжешь. Очень хорошо. Утром противно вставать. Так, теперь ты у нас. Молодец. И последнее. Ну-ка. Очень хорошо. А теперь давайте все вместе расслабимся. Как же здорово, мы все с вами постарались. Теперь нужно восстановить дыхание. Делаем глубокий вдох с подниманием рук наверх. Поехали. Вдох. Высоко-высоко тянемся. А теперь выдох. Молодцы, снова вдох. Высоко-высоко-высоко. Прямо до потолка. И выдох. Такие вы молодцы. Еще продолжаем. Глубокий вдох. И выдох. И самый последний раз. Глубокий-глубокий вдох. Здорово. И выдох. Ребята, вы большие молодцы. Вот чтобы каждый мог так стараться. Ну что, вам понравилась наша фикси-зарядка? Тогда ставь лайк и подписывайся на наш канал. И помните, здоровье в порядке. Тыдыщ! Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям! Жми на стрелочку, чтобы поделиться мультиком на своей страничке в соцсетях. А чтобы не пропустить новую серию, нажми на колокольчик. Что? Нет колокольчика? Так надо на канал подписаться, и сразу станешь нашим другом.